Давай, давай, скажешь. Так, поехали, друзья. Погнали. Перед Давайте, глотком Бьерда. с рорами. Для веселухи. Я так и Ага, не и понял, мой фотка. соперник вообще стримит или нет. Ну ладно уже. Вообще самое дико. Если его не Ну. отстранили от турнира, может и стримит. Мой цитация, хоть и малый детей, куси губы швиды чаут сам за те вот хсачев цех. D4 сразу ходит. Любопытный ход. Да, вот сам байкс. Тут, если еще одну я партию, если я еще хоть пол очка проигрываю, то Нас я проигрываю чертяне матч. любя места с флевис мели стринг, он дал Такие марфу правила. маград пшира. Вот три партии он дал его мард. Ромбел Путин базы там Да, еще веселуха, бабгизы друзья, в той цармгвин партии арамат. была, конечно. Все рогори ко кадахе Так, де конь терти e5 рад может порный пойти. вис линк и девс ахцей да Блин, конь шианка e5 он стару был там сразу еще. взял. Ромбел Конь отгизы e5, конь там еще. e5. Меут хезе. Слон b7. Ну меху тезе ту Ладно, он ромбел просто зел ферзь там c7 еще. пойдет. Там у меня ничего нет особо. Но он тут так плотненько играет. Видно, что не против ничеечки, понятное дело. Мне надо на победу играть. Все, чат вырубаю, блин. Чат какой-то негативный. А еще цены Слона спасаю пока. Тут такая долгая маневренная игра. Главное по времени не зависать. По игре-то я чувствую, что все нормально. По игре я его тут где-то переигрываю в большинстве партий. Надо просто время держать. Аура я халку с яму не был, мы вивод процесс искан. И сари Где-то с коня на хвилы e5 за надо поставить мишнали. будет. Данарчени аргуа интересуюсь. Вы говорю, мы худо заговорили, трогурчен шансы бы конь ясеру Может, мило надо было футболом сразу конь дера. e5? Чвени рамы дисмарт. Ай заводит пехоти. Эот хитс реалу. Чирдек. Так, он не бьет, кстати. Да, не бьет. А уисунда Но тауклет c4 пора. любопытно, куда он будет А отходить? рамас ту мови гипт. Потом Мегони где-то слон мерек e3 идеи надавить масвет на пешку тамаше бы. c5. Месами зеу инцари. Давайте Марфла c4 геуне, веха попробую, не меуне, знаю, веса что будет. джамас ту моу гефт Конь матвис. Мере e5, конь гадавал чен e6, мара. конь Моди джер f6. сак мега локет Где-то на туфта, c5 хочу мере давить, но гуйпа. может не Крот получится. Да, магрет. он сразу уходит. Мере тамашет матвис Тоже месами смысл адгилосан сан есть. машин. И масац ту моу гет эгари. Каведит месами зе машин. Радган гай Тут хо ту слабость на меби d3, это магитуари естественно, тайбрейк. понятно, Рогурчан с и эсэпши ежу. эбреконият. Но я тут именно на Мен инициативу гуатс. пытаюсь сыграть как-то. F5 даже какая-то есть идея со слоном F4. Ну Мен ладно, это, наверное, гуатскупс это слишком дико. маград гуатскупс. Да, Пока сайт туда пойду. презервировал для буди. Не очень хочется фигуры мне менять, конечно. Ну ладно, придется. Лайкеби, мол ходот, халху Сюда пойду асоциалитет. пока. Надо напряжение держать. Мне надо как-то запутать позицию, чтобы на победочку были шансы сыграть. Блин, Ченс он от так вот хвела тацец безопасно очень адецом ставит. ячкрат холмейрам. Молодец, конечно. Так, f5 может прорвать. Все-таки тут какая-то штука. И Ай, блин, да слон d6 же, ё-моё, что я делаю? батон. Так психолог акцент. Я на раз совсем у нас. А что было рано? Ай-яй-яй-яй-яй. Говард Кейн. Куэрдзе еш видео, да, гиде ак. Такая есть идейка, я Мере это мецрад заломат издалека гиде. приметил, но не знаю, что получится. Гамма сауэ. Да, он не стал бить. Тогда я по-любому здесь съем. Ну, за мапец куэрдзе. Хочется вообще как-то конь g5, идти уже мат ставить, блин. Но можно и просто сыграть спокойненько на самом деле. А для f6 будет сильно. Хотя там ферзь g4. А, нет, ферзь g4 он съест. Мокрот Так, он сюда. пальц
Так, куда ходить? Тут? Я думал тут даже конь g5 пойти. И взял конь e6, но там ничего нет у меня. К сожалению. Ладно. Если так, то так, видимо. Если взял, то взял. На конь e5 ферзь g3 есть ход, и на конь f3, ладья f3, все окей. Ладья e2 здесь ход, видимо, сильный на вид. Ну, будем думать. Позиция, конечно, не айс. Да, он сильно-сильно ходит, он, Георгий. Где-то d2 может пойти. Слон f3, слон f3. Конь e5. Сюда, слон f3. Ой, блин. Где d2? Ферзь g3, конь f3, ладья f3. Ладно. Не досчитал нифига. Хотя бы если так, то так. Если так, то... Взял шах. Так, он попроще сыграл. А, на ферзь g5 он слон f4 задумал. Блин, сильно играет, капец. Что делать с ним? А, можно же съесть. И там же мат. Опачки. Погодите-ка, если ничего не зевнул. Шах ушел вроде. Шах закрылся там. Да, вроде не зевнул, ничего. Офигеть, в кои-то веки я и не зевнул. Сейчас еще посмотрим. Времени нету. Тут еще всякие шахи, блин. Надо считать до конца. Ай-я. Там царь это да уж видишь, что мам. Упс, тро-тро. Пешку зевнул, так он не съел. Да? Yes. До решающей партии дожил. Правда, я ее черный. А, нет, Армагеддон. По-моему, сейчас Армагеддон играем, друзья. Давайте почитаем положение. Фух, ё-моё. А, не-не, после...